Ой, так ярко все. Добрый день. Сегодня я задам вам несколько вопросов. Некоторые из них могут быть личными, но я надеюсь, вы ответите на них честно. В каком городе вы родились? В небольшом городке в Архангельской области. Город Уральск. В Санкт-Петербурге. Мезень. Павлодар. Город Уфа. В городе Герои Ленинграде. Я родилась в Сибири. Я из Липецка. Боровичи, Новгородской области. Северские, Чита. Велиж, Смоленской области. Поселки Советские, это Республика Мариэл. Какое у вас есть увлечение, хобби? Я люблю рисовать комиксы в стиле аниме. Читать состою в двух книжных клубах. Итальянский язык я учу его года два. Это сноуборд. Я обожаю большой теннис. Я люблю бегать, я участвовала в марафонах. Беговые лыжи зимой. Бегала с профессионалами. Прибежала, правда, третья с конца задала. Хожу в спортзал уже почти два года. Битмейкинг — это инструменталы для преимущественно хип-хоп композиции. Я люблю сэмплировать. Люблю делать какую-то мебель. Я люблю постоянно в доме перебирать электрический щиток и втыкать туда новые устройства. Есть там свой сарайчик, где можно уединиться вместе с досками. Начал заниматься немножечко музыкой, мне подарили синтезатор. И занимаюсь воздушной акробатикой на пилоне. Когда вы пришли в N-Market Pro, что помогло быстрее адаптироваться? Открытость сотрудников и мое умение спрашивать. С друг друга ответственность не перекладывали, все реально пытались помочь как-то. Я познавала продукт именно из базы знаний. Курсы для ввода сотрудников в нашу систему. Да, ты там проходишь, узнаешь про компанию, чем она занимается, сколько лет на рынке, как вообще устраивается система бизнеса. Моя адаптация была самой легкой, наверное, со всех моих работ. В каких условиях вам комфортно работать? Как вам наш офис? Кофемашина. Кофемашина — классные условия. Работал в, наверное, в десятке компаний точно, и могу сказать, что N-Market входит уверенно в первую тройку по комфорту работы в офисе, по коллективу. Близость к метро, центр города, красивые виды. Есть балкон, где можно покурить, выйти. Подумать, покреативить. Фрукты, печенье. Тоже круто. Пироженки, круассаны привозят. Это подбадривает на самом деле. У нас куча переговорок, в которые можно зайти, пообщаться либо по телефону, либо с агентом уже прийти. Мне вообще, когда я первый раз сюда пришла, очень понравилось, что офис не в строгом понимании офиса, а такая как бы комфортная среда для обитания сотрудников. Что вас удивляет и воодушевляет в N-Market Pro? Официальная зарплата мне бросилась в глаза сразу. Мне нравится то, что все максимально автоматизировано. Меня вдохновляет команда, которая сейчас работает в N-Market. N-Market, наверное, как компания очень неравнодушных людей, причем на всех уровнях. Все успехи N-Market связаны с квинтэссенцией компетенций всех членов команды. У нас есть сотрудники в компании, которые умудряются регулярно работать в режиме многозадачности и постоянных дедлайнов. Вот. И я думаю, что эти люди сделаны из железа и их нервной системы в том числе. Ценности, которые вложили в нас родители, это вот честность и открытость, это, наверное, основное, что мы ценим в людях. Когда человек открыт, появляется внутренняя мотивация прийти ему на помощь. Классная, легкая атмосфера. То есть все мы здесь практически равные люди, и мне это нравится. Я могу спокойно обратиться как к своему руководителю, так и к руководителю своего руководителя. Да, в случае, если я вижу какой-то конфликт интересов, я могу его разрешить путем диалога. Сейчас у меня появилась такая уверенность в себе, когда я понимаю, что а кто кроме меня? Почему не я? То есть это ощущение мне дал именно N-Market. Я увидела, как люди вокруг, как они загораются идеями, как они берут инициативу в свои руки и как они достигают целей. Меня это вдохновляет. Здесь новым идеям дают ход. И ты чувствуешь себе подъем такой, я думаю, боже, мне вот это нужно вот это сделать. Я уже вот сейчас даже не могу сидеть, насколько энергии. То есть я не ухожу с работы уставшая какая-то, такая вот поникшая, и на работу я всегда иду с удовольствием. Откуда вы черпаете новые знания? Где находите информацию для работы? Отдельный плюс компании, что действительно здесь помогают расти, помогают обучаться. Проводят обучение для сотрудников. Разбирают разные ситуации, разбирают, как бы, какие могут быть. Видеоконференции, которые посвящены обновлению в системе. После этого мы проходим краткий курс, и сдаем тест. Также у меня есть хорошие наставники. Прохожу обучение на нетологии. В течение определенного времени выделяю на обучение. Я ставлю себе даже слот в рабочее время и занимаюсь этим в рабочее время. У нас это, в принципе, не воспрещено. Как вас поощряют за ваши успехи? Тебя действительно хвалят. То есть, если ты что-то сделал хорошо, это не замолчится. N-Market — компания крупная. Мы входим и в Сколково, и, собственно говоря, крупнейший агрегатор по недвижке в России. Поэтому, естественно, вся мотивация, все финансовые условия полностью белые.
Да, дальше, ну, в каждом подразделении у каждого сотрудника есть своя система мотивации, которая учитывает его результативность. И Инмарки действительно та компания, где каждый честно получает по заслугам и по результату. Если ты хорошо работаешь, ты можешь там, о чем-то договариваться, о чем-то просить, к тебе лояльные отношения. Карьерный рост, N-Market – это возможно. И N-Market дает людям расти, развиваться. Как вы отдыхаете вместе с коллегами? Ездили в Кронштадт, там как бы были, что там? Там было все. Там катание на водных лыжах, веревочный парк, пиво, мясо, да. Идеи, которые придумывает наш HR-отдел относительно корпоративной культуры. То есть день детей, день общего какого-то просмотра фильмов, вечер настолок. Мне кажется, что это очень сближает коллектив. Играю в баскетбол на протяжении уже, наверное, более 10 лет. В Санкт-Петербурге начал, да, играть с коллегами с других отделов. Вместе ходим. Обычно после корпоратива мы с коллегами ходим в бар или в караоке. На 8 марта День защитника Отечества. Тоже вот локация. Пригласили любимый квиз. Там оказался даже мой любимый ведущий. Кавер-группа с музыкальными композициями, в которой мы прекрасно все потанцевали, повеселились. И неожиданно появляемся мы. Те, у кого есть необычные увлечения. Те, кто находит время на спорт. Те, кто любит придумывать новое. Кто любит творческие задачи. Те, кто ценит работу в команде. Те, кто профессионал в своем деле. Те, кто любит получать новые знания и совершенствоваться. Те, кто ценит финансовую стабильность. Те, кто умеет радоваться за коллегу или партнера. Те, кто всегда стремится помочь и поддержать. И все мы. Те, кто просто любит N-Market Pro. Может быть, между нами больше общего, чем мы думаем. N-Market Pro – это про тебя. Это про нас. Добро пожаловать!